Как вы знаете, я большой сторонник техники безопасности. Особенно во всем, что связано с опасными видами спорта. Ну и стрельба – это опасный вид спорта. Не самый опасный, наверное, один из самых безопасных. Именно из-за техники безопасности. Но все равно это очень важная вещь. И когда эта безопасность удобна, становится еще лучше. Мы общались с Денисом из Финляндии давно на дело, на тему, есть ли удобные наушники, которые можно надеть и прямо вставить в уши, и чтобы они действительно работали. И вот появилась новая фирма, сравнительно новая. Новая фирма в США, которая такие вещи сделали. Ну, я, соответственно, взял и заказал Decibels. Ну, они играют на слово decibel, как вы понимаете. Вот эта фирмочка, очень молодая, судя по всему. И вот эти вот беруши, наверное, они подгоняются прямо под ваши уши. Их надо немножко подогреть, ставить в уши, чтобы они там, насколько я понимаю, подогнались. Очень похоже, как у меня защита на зубы была в боевых искусствах. Да, действительно. Надо подогреть их в воде 5 минут. В кипящей воде. А потом вставить в уши. И потом, соответственно, дать им охладиться 30 секунд и вставить в уши, чтобы они перешли в ту самую форму. Мне это будет интересно. У меня в одном из ушей нестандартный размер, скажем так. Будем пробовать. Как это будет, пока еще не знаю. Ну вот, хотел просто показать то, что приехало из новых приобретений, в которых, как я думаю, есть будущее. Decibels. То есть цифровые, как называются у нас, быки, если дословно переводить. Но, как вы понимаете, это гораздо более интересно. Их нельзя оставлять на солнце. Единственное, что это минус, там написано, что нельзя просто оставлять на жаре, потому что они могут поплыть. Вещь очень новая, появилась буквально в прошлом году. Убирает 31 децибел. И посмотрим. Недорогие. Есть профессионального уровня, там на уровне 300-500 долларов беруши для ушей. Это гораздо дешевле. Я ссылку на Amazon, где я взял, скину в описании видео. Спасибо за внимание.